Скорее, скорее! Как же я тороплюсь! Зрители придут в ярость, если я не беру следующий номер! Да, кажется, именно в нее они и придут. Добрый день, дорогие друзья! Или доброе утро, или... Стоп! А какое сейчас время суток? Хотя не все ли рано о чем спрашивать, если ответ от полупустого зала получить я все равно не смогу. О чем я? А, хотела представиться. Перед вами Алиса. Не та, что из «Страны чудес», а та, что Ахмедшина из Казани. Хотя, знаете, порой мне всерьез кажется, что я нахожусь в какой-то стране. И это не потому, что мы живем в России, а потому, что они происходят со мной каждый день. Например, сегодня я вновь оказалась в чудесной атмосфере фестиваля, который каждый год собирает самых талантливых детей. Разве это не чудо? Вообще, чудеса для меня — это все, что происходит вокруг. Вы не задумывались, что вы совершаете их каждый день? Мы видим! Это же прекрасно различать цветовые гаммы, видеть красоту рассветов и закатов. Мы слышим! Это же чудесно жить в мире звуков! Мы можем прикоснуться, например, к мягкой траве или к морской воде, или, как в моем случае, к микрофону. К чему это я? А, чтобы вы не думали, то, что это полнейшая чепуха, на ваших глазах она превратится в толковый словарь. И прямо сейчас мы с вами совершим хоть и простое, но чудо. Мы увидим вокальный ансамбль «Калейдоскоп», прикоснемся к их творчеству и сможем услышать красивую песню «Мир чудесный». Встречайте вокальный ансамбль «Калейдоскоп»! Спасибо, Алиса.